Красноярские студенты попробовали себя в роли полицейских. Они примерили на себя должность участкового, следователя и даже эксперта-криминалиста в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Она уже стала традиционной. Такой необычный процесс обучения помогает ребятам понять особенности работы стражи порядка и определиться с выбором будущей профессии. Совместно со студенческим десантом была проведена обход территории обслуживаемого участка. Были проведены беседы с бабушками по предупреждению мошеннических действий в отношении них. Также проведены беседы с владельцами, с продавцами торговых точек по предупреждению фальшивого монетчества.